Знаете, можно, конечно, проверять на детекторе, но лжи, но это вообще пока мест еще это очень несовершенное орудие. И очень много зависит от человека, который ведет эту проверку. И если это будет так, как все у нас делается, точечно, вот этого обвинить, а этот, наоборот, не виноват, то у нас окажется, что Сердюков и Васильева пройдут детектор лжи, а мы с вами не пройдем. Окажется, что мы большие воры, хотя кроме детектора лжи ничто на это не указывает.